Хлеб был, есть и будет самым популярным продуктом в рационе россиян. Пшеничный, ржаной, злаковый. Каких только видов не представлено сегодня на рынке. Чтобы обеспечить ульяновцев хлебом, на его производство ежегодно уходит в среднем 200 тысяч тонн зерна. В этом году местным аграриям удалось собрать рекордное количество – более 1500 тонн зерна. Поэтому область полностью обеспечивает себя качественным сырьем. Зерно с родных полей получает и местный хлебозавод, продукцию которого можно увидеть на прилавках не только ульяновских, но и самарских магазинов. Только с конвейеров хлебозавода номер 3 на проспекте Гая ежедневно отгружают 25 тонн хлеба. Сырье мы берем от наших поставщиков. В этом году мы закупили только ульяновское зерно, все полностью. Сахар, прочее, это у нас цельное. Ну и, соответственно, здесь по региону остальные поставщики. Всеми знакомый серый круглый сделать не так-то просто. Хотя секрета в его производстве никакого нет. Главное – правильно приготовить закваску с кисломолочными бактериями. Для этого нужны большие площади и соблюдение в помещении определенной температуры и влажности. В 1972 году хлебозавод запустил кондитерский цех. Однако полную модернизацию удалось сделать лишь 2 года назад. Тогда было закуплено новое оборудование – миксеры, печи и кремовзбивальные машины. Таким образом, объем и ассортимент выпускаемых изделий удалось увеличить в 2 раза. Но несмотря на обилие машин, сборка и украшение тортов все равно делается вручную. Работа эта происходит полностью ручная. Здесь нет автоматизированных линий, нет такой как бы поточной работы, что там на конвейер поставили, там закидали, все слепили, какой-то аппарат все сделал. Нет, это полностью ручная работа. Каждый человек здесь художник, каждый человек здесь профессионал. Он проработал здесь не один год. В этом году хлебозавод отмечает круглую дату – 50 лет со дня выпуска первой партии хлеба. Надеемся, что этот юбилей далеко не последний в истории ульяновского предприятия. Дарья Сударева, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.